Представляю вам, мои зрители, журнал «Игромания», который в нашей стране популярен у поклонников многих компьютерных игр, ну и приставочных. Выходит он с 99 года. Ранее это все еще именно компьютерные игры. Сейчас во многом перешел и на приставки, подобно PS4, Nintendo и Xbox новый. Достаточно яркий, на глянцевой бумаге. Статьи – это прохождение игр в небольшом количестве, описание, вердикты компьютерных игр, конечно же, различное железо, то есть как собрать компьютер, например, за разумные деньги. Обзор последних новинок. Естественно, еще есть и компьютерные выставки. Приятным дополнением будут различные конкурсы с очень приятными призами. Также отмечу общение с читателями. За самые лучшие вопросы и письма тоже предлагались призы. Не обошлось и без техники. То есть рассмотрим вариант, ну, вот, например, статья об Apple iPad, одном из самых первых. Далее вот такая вот, например, игрушка. Естественно, все системные требования, которые предлагались на тот момент для игры. Описание, оценка, рейтинг. Что ж, последний кадр. Последний кадр – это дополнительные материалы, которые предлагались к журналу. DVD-диски, но, к сожалению, на даче у меня их нет. За неимением компьютера. Наклейки по тематике игр и постеры. Сейчас я вам его разверну. Ведьмак. Третья часть. И знаменитый классический Чужой. Ну, в общем, до свидания, мои зрители. И напоследок пара кадров. До свидания.